Всем привет, ребят. В сегодняшнем ролике, я думаю, как все вы уже успели догадаться по названию, будет Oblivion 1084. Вот у нас тут уже все стартует. Вот такой вот у нас соперник, поэтому давайте зайдем на войну. Вот, немного повоюем. Так, что у нас здесь? У нас синий край, так сказать. Что у нас по сопернику? PX4. Ну, я знаю этих ребят, они довольно-таки хорошие. С нами два раза были в Эдеме. Есть тут крепкие ребята, это точно. Вот. Поэтому повеселимся, это точно. Не знаю, конечно, что у нас там по силам получится, но давайте посмотрим. Так, сейчас я немножко проверю БТР, секунду, чтобы у меня тут все более-менее было. Войска, слава богу, после Эдема вернулись, поэтому теперь можно немного повоевать, так сказать. Так, ну, не, ну в целом можно, конечно, попробовать вот таким образом, но я не знаю, может все-таки гепарда я верну. Вот так, здесь у нас, ну пусть пока тоже будут машинки, хотя здесь у меня детали в разнобой. Так, ну и здесь у меня бойцы. Бойцов мы здесь и оставим. Так, начало через 40 секунд. Бонусы я включил. Вот. Честно признаюсь, не заходил в игру уже, наверное, порядка, ну, как раз 3-4 дней. Вот, ребята присматривали за базой. Поэтому сейчас глянем. Что у нас тут? Кто-то что-то пишет, кто-то меня тагнул или что? Угу. Дар, привет, братюня. Так, ну посмотрим. По X4 я некоторых ребят знаю. Там довольно-таки есть хорошие БТРчики. Вот, поэтому я здесь R4 как бы в альянсе, поэтому я могу сейчас ставить башенки. Так. Мисклики нам не нужны. Что у нас тут? Погнали. А где башенки? Не, алло. Отлично. Заодно сейчас чекнем наш БТР. Ну, попробую, да, у меня Цезарь, кто видел прошлое видео, Цезарь у меня без седьмого здесь. Вот, ну, из гепард, но он вообще без седьмого и восьмого. Поэтому, в принципе, может, Цезарь будет поинтереснее решать, но это не факт. Вот, посмотрим сейчас, что у нас будет. Так, соперника у нас, ну, вроде как чуть меньше, да, у них 12, у нас, а не, у нас, наверное, меньше, на одного, ну, можно сказать, практически поровну, поэтому, я думаю, битва будет интересно. Так, меня уже жахнули тут чуть-чуть, давайте глянем, что у нас тут, чем нас атакуют. Ага, ну, в принципе, логично. Что у нас здесь? И сестры. Ну, примерно игрок, как и у меня. БТРчик. Так, ну здесь, кстати, ну, довольно-таки неплохо зарешали. А, ну тут особо детали нет, и герои слабые, понятно. Здесь я не пробил, да? А, я пробил. Даже двоих. Ну ладно. Так, сейчас наши возвращаются. Давайте еще. Башенки оставят. Хорошо, хорошо, ребята. Хорошо. Тогда я могу сфокусироваться на сборе. Все равно батарейки слабые. Так, ну здесь, я думаю, можно пофиг. Правим машинки. Побыстрее едут. Поэтому нормально.
Так, у нас тут кто-то идет, что ли, еще? Ну, давайте. Сюда никто еще не отправил. Попробуем принять. Так, что у нас тут? Можно я отправлю? А, блин, далеко. Но еще не вернулся. Это БТРы, которые терпят поражение, не пробивая никого, довольно-таки медленно возвращаются. Я, честно говоря, уже не помню, что там такое, но что-то оно влияет. Что тут все меня тагают? Что такое? Да, это старая фигня. Понятно. Так, что у нас тут? Кто-то едет ко мне? Кто-то едет. Да ну давай. Оп. Понятно. Ну, такое. С учетом клинка золотого. Да и навыки довольно-таки жесткие. У меня еще нет таких навыков. Ну, здесь понятно. Опа. А тут что, так все плохо? А, понятно. Машинки. Понятно. Так, ну, давайте. Давайте что-нибудь сделаем. Пока даже не знаю, что. Тут кто-то едет ко мне. Да, еще едет. Так, ну башню сейчас застроится, сейчас новую поставят. Сейчас мы новую сразу и бахнем. По очкам поровну идем, да? Да. Ну, давайте, где? Где новая башня? Угу. Погнали. Так, а меня пробили, да, все-таки уже? Ну, понятно, уже. Несколько ударов выдержал. В принципе, пусть тут было немного. Да, 8000. Но тут есть, конечно, камикадзе неприятный, да? Да. Значит, сильных БТР мы еще не встречали. Ну, так, скажем так, до конца сильных. Поэтому, да. Ну, довольно-таки равный бой, думаю, будет весело. Ух, сколько у меня тут всего. Пока лечить не будем, будем есть. Вот. Сорян за звук, ребят. Возможно, довольно-таки тихо будет, но я как бы игру прикручиваю всегда, чтобы этих сильно громких звуков не было от игры именно. Вот, поэтому... Так, что у нас здание? Надо вот эти вот брать. Не париться, а то мы сейчас будем получать люлей. Так, наши пришли. Пришли, но, по-моему, ничего они не сделали, да? Так, ну тут двоих пробили, девки. Да тут что? А, ну тут понятно. Почти похожий. Ну да. Ну попробуем, пока побегаю с этим, с Цезарем. Там будет видно. Сюда, конечно, два пассивных сразу. Цезарь и Настя. Кстати, недавно, да, был вопрос, что Цезарь и Настя вместе не особо не бьют. Да, вот таким образом, но там был все-таки, там были небеса, да, небесное искупление. Первым он тоже особо как бы сильно не бьет. Но здесь хотя бы есть Иванов. Поэтому Иванов, Настя работают, связки, да. А во всем остальном, конечно, слабо. Так, давайте выбивать оружие. Быстрей. Так. Есть такое дело. Так, ну кто-то уже поехал, да, домой? Да. Ну, оружие надо забрать, иначе с двух оружейных бонус атаки защиты 100% это жесть. Это воевать сразу станет сложно в разы. И то, что пробивалось, резко перестанет пробиваться.
что у нас с вами как раз их и держит. Надо выбить. Выбили. Хорошо. Так, это крепы, которые вечно показываются. Как будто кто-то кого-то бьет. Так. Что у нас там? Кто? Да не. Сестры, я думаю, еще должны что-то удержать. Вот так вот. Сейчас еще вторую посмотрим. Может, заберем и вторую. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас там как. Давай сразу два. О, везде русские, везде сестры. Какие все молодцы. Правильно, видно, что ребята развивают, скажем так, понимая, что нужно сделать. Так, мой отсосал сразу же. Все логично. А здесь это у нас этот. Потому что камикадзе мне немножко мешает. На лечение у меня нет героев. Еще пока иксов. Поэтому немного неприятно. Так, а наши здесь тоже фото выбил. И наши пришли на оборону. Хорошо. Уже лучше. Вот теперь можно посмотреть. Так, я думаю, надо потихоньку их по башенкам поработать. Но соперник не двигается, сидит на месте. Базы пока не использует для атаки. Здесь дарный удар, уже клинок есть, как бы. Поэтому разве что только героев, может, у него с собой еще с иксами есть напряг, но он, насколько я с ним общался, он заберет иксов на следующем сезоне. Он там уже почти 1000 купонов собрал. Вот, плюс клинок уже он сделал один. Поэтому я думаю, если его БТРы все будут на базе, пробить его будет довольно-таки сложно. Так, ну тут оружейную отбиваем, да? Пока держим. Хорошо. Тут у нас что? Все-таки кто-то креп кинул, да? Да ну мне как-то пофиг. Честно говоря. Моя задача была вас напугать. Так, вышел один желающий. Мои пока тут сидят. Надо удерживать по-любому. Так, тут мы продвигаемся по башням, да? Все хорошо. Так, что у нас там еще есть? Наши пока телепают с башенок. Ну ничего, не будем расслабляться особо. Давайте еще попугаем. Почему нет? Так, ну тут кто-то жахнул. Так, тут у нас еще стрелки пришли. Ну за малым. По БМ, я смотрю. То есть это просто рандом сработал. Минус лям 27, минус лям 62. Поэтому да, это нормально. Что тут? Тут пока все спокойно. Ну чё вы теряете? Оружейные нельзя отдавать. Вот. Вы отдадите в обе оружейных, все, можете считать, что ваш облион уже будет провален. Просто бонусы, которые не дают, довольно сильно решают. Конечно, там, если слабый, конечно, БТР у всех, то вы там что-то сможете еще сделать по-любому, это однозначно. Но тот реально бонус, который они дают, судя по тому, что у соперников, в принципе, похожие БТРы по силе. И это довольно-таки решает. Лишние 100% атаки и защиты – это бомба. Это как раз-таки шансы повоевать перспективно, так сказать.
Так, что у нас там пишут? Ну да, прайда, как ты хотел. Тут ББ. Ну, просто что нет героев. Да, так, ну, за малым только пробил. Ну, тут чисто повезло рандомно. На второго уже не хватило. Ну да. Так, что там сидит? Что там сидит, что меня бесит? Понятно. Надо сейчас, кстати, поставить этого. Все-таки, наверное, гепарда попробовать. Так, а эту оружейную пока никто не трогает, да? Давайте отзовем. А то, что скучно с одним бегать. Да не, ребят, сейчас заберем. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Вообще кто-то есть? Кто-то есть. Давай. Чутка попробуем в базу жахнуть, что ли. Я обычно использую двойной удар своего рода. То есть два БТРа, они по скорости, в принципе, одинаковые, поэтому они почти одновременно и приходят. Так, ну кто-то уже всандалил раньше меня. Да, не получится быстро. Ну почти. Так, погнали. Главное сейчас пока держать оружие. Чтобы никто никуда не рыпался. Тогда есть приятная возможность повоевать. Так, погнали. Что у нас тут? Прадик, ты вернул себе войска? Я должен тебя не пробить. Ну или покалечить. По очкам, кстати, я смотрю, пока мы впереди. Не пробил. Судя по всему, не пробил. Ну посмотрим, давайте. Так, ну здесь удержал. Кстати, наверное, надо Цезаря вернуть. Что-то безумно слабо. А здесь у нас, ну, такое, да. Автопополнение работает. Это хорошо. Так, кстати, ключ наш, поэтому давайте, наверное, мы все-таки ключ заберем. Это важно. Да что такое? Так, ну, видимо, пока с нами, да? Что за те передвижения ключей меня прикалывают? Ничего не понятно. Но очень интересно. Как-то очень-очень быстро уж он переместился. Обычно БТР едут очень долго. Так, что оно все подглючивает? Ну давайте, надо удержать ключ. Блин, лаги какие-то непонятные, то ли из-за интернета, то ли из-за игры. Не знаю пока, ребят. Ну, 10 секунд. Так, один мой уехал. Все, ключик мы забрали. Успешно. Успешно. Ну, теперь, в принципе, можно чуть-чуть и базы. Так, работаем по базам, работаем по башням. Сейчас с люлей все равно будем получать, поэтому повеселимся чуть-чуть. Так, что есть пробитие, что ли, во вторым? Эй, а ты где? А, ты ушел.
Я захватил. Вау, спасибо. Ну вот это вот, кстати, ребята неправильно делают. У них как бы, ладно, телепортов хватает, но, ребят, телепорты ограничены все-таки в Обливион. Поэтому тем, кто, ну, просто отскакивает от удара, так делать не стоит. Потому что вы просто в нужный момент можете забрать нужный телепорт, и другая база не сможет телепортироваться. Вот, поэтому не стоит так делать. Терпите, принимайте удар, войска же все равно восстановят. Поэтому плюс за алмазы можно восстановить. Давайте сиренку ударим. Хорошая девочка. Давайте ее погладим. А вот. Глянем, что у нее там за БТРочки. Так, ну это пока все учеты с обороны, поэтому окей. Так. Хорошо, молодец. У тебя там что? У тебя там сестры. У меня такое ощущение, что мы просрали эти. Так нет, вроде нет. Вроде все тут. Так, ну они делают ответвление. В принципе, нам тоже, я думаю, можно зашарашить. Камни есть, потихоньку пусть строятся. Ну вот. Так, кого мы тут еще не гладили? Вот есть. Человечек. Так, Эйси, да, поработаем. Что у меня тут? А, тут таки пробился, да? Там еще у нее стрелки сидят. Понятно. Что у нас, кстати, по очкам? Ну, неплохо. Так, Темыч прет. Все понятно. Так, мы их что вообще? А, ну они первый пробивают. Но не всегда. А дальше уже нет. Не хватает мощи уже. Как видите, да, у С3, у русского БТРа. Если у соперника парочку сильных тоже есть, то уже не факт, что можно пробить всю оборону. Но если там их 4, то, соответственно, вообще. Ну, пока еще весело, потому что пока еще не у всех есть клинки. Поэтому можно поработать. Так, вот это жирный парень. Он у нас хорошо в дыме держал удар. Все-таки уже по убийствам, я думаю, видно, да? Как там все. Ну, я так и не помню, что у него там за БТРы. Ну, сейчас глянем. Да, я понял, да. Чутка повоюем сейчас. Сейчас, правда, меня явно будет фокусить. Чутка, но ничего страшного. Так, это на меня идет, да? Ну окей. Мне бы тут что-то поставить, наверное, другое, да? Но я своих еще героев не поднял до конца. Ну тут можно разве что хепарда еще. Кто-то меня пробил? Кто меня пробил? На Bad News. Что у тебя там? Сколько клинков? Показывай. Ну один пока есть, да, вижу. Но это не сильно вас спасет. Так. Чуть-чуть примем удар.
А чё нет? Ну вот это именно на самом деле вот этот тот Эдем, а, господи, Эдем, тот Обливион, который веселый, в котором можно повоевать, в котором достойные соперники. Да, девочка, ты чё меня атакуешь? Ты за что меня так? Филиппинская девочка меня атакует? Я тоже хочу. Ну, не девочку, в смысле. В смысле, поатаковать. Так, ну я не сомневался, что... А, я еще пробил, ты что, за гарнизон выключила? Ага, понятно. Извини. Извини, прошу прощения. Я не ожидал. Так, надо не терять контроль здесь. Самое главное, не терять самообладание, так сказать. Сиренка просто стоит, да? Кто там у меня все такое? А, понятно. Ну, я зря, конечно, про все четыре, это глупо. Потому что последние два у меня вообще не рентабельные в плане атаки. Так. Мясорубка полная, вообще полнейшая. Ну, у них только одна база, наверное, будет на что-то способная. Это та, которая меня, в принципе, пробила, ну, там... Там донат рулит, конечно, это факт. Сорян, ребят, периодически паузу включаю. Кашель еще долбит, поэтому не хочется лишний раз это все громко на камеру делать. Так, что нам дальше тут? Нас пока не пускают, но мы, в принципе, в зоне ключа, поэтому самая главная задача у нас выполнена. Эх, не успел я сюда прилететь. Сейчас Тёмыч начнет, да? Давайте поможем. Ой, тут пусть тоже машинками все равно вдолбить. Опачки. А что такое? А, где-то БТР отдыхали, понятно. Ой, ко мне столько атак. Серьезно? Ну тогда давайте. Кто-то прям меня очень сильно хотел. Сеника. Сеника меня хотела. Так, что тут? Непонятно. Так. Что у нас тут? Кто идет? Кто-то идет. Поставим все равно башенки. И дальше будем ставить. Нападем чуть-чуть на сиренку, чтобы она тут не расслаблялась. Мне все равно. У меня алмазиков хватит тут. Восстановиться. Ты тоже меня вряд ли пробьешь.
Кто меня лупит здесь? На, тебе тоже. Я приму удар, но и тебе дам. Чуть-чуть спалил. Ага. Ну, мясо, мясо, конечно. Мясо, мясо, мясо. Ну, прикольно. Прикольно, он уже 11к12 набил вообще на изи. На изи, и причем еще БМ 100 лямов держится. Ну, просовали, конечно, до хера, тут попробивали. Вот. Ну, то не страшно. Только, как говорится, можно еще повоевать. Так, что тут у нас вообще происходит? Что у нас тут? Кто меня бьет? Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ну, понятно, без одного БТРчика можно получить лень. Что? Да, на тебе бойцов. Сложно за всем этим, конечно, следить. Ребята атакуют постоянно. Вот, сейчас я, наверное, пока все-таки запаузу это все дело, потому что еще полчаса, честно говоря, сложно, ну, в такой обстановке немного что-то еще и рассказывать, показывать, говорить. Вот, да и как бы у меня ролики обычно я не хочу затягивать более 40 минут. Поэтому, ну, вернемся ближе к концу. Сейчас пока... Я тут немного порешаю вопросы, так сказать, быстренько. И вернемся. Ну, для вас это будет примерно по щелчку. Погнали. Ну что же, ребят, наблюдаем, подходит к концу. Осталось там 15 секунд. Я тут немного на фланге веселюсь. С клинком. Точно против клинка. За оружием. Вот. Ну, естественно, третья это победа. Все ключи мы собрали. Это была веселая, очень веселая мясорубка. Вот именно в том плане, которым я именно люблю, потому что не было какого-то, знаете, конкретного преимущества. Да, конечно, было, может быть, в плане того, что у нас было больше как-то, наверное, не знаю, может быть, ну, средних таких баз, да, и их количество было немножко больше, чем у соперника, но при этом не более того. То есть, ну, конкретного преимущества либо наоборот антипреимущества его не было. Что по личным данным, давайте смотреть. Ну, во-первых, я набил почти 30 тысяч. Это было... Вот это именно показатель нормального обливиона, веселого, нормального. Потому что в невеселом там 10 тысяч с трудом набивается. Здесь как бы, да, как видите. То есть личный рейтинг 5, рейтинг в альянсе у меня на втором месте. Да, ну там, Тёма, тебе привет. Я знаю, что ты был на первом месте по-любому. Вот, поэтому что у нас? Ну, в основном, как видите, да, моя задача была за счет убийств сделать... очки, что я, в принципе, и сделал за счет камней. Я пару раз собрал и все. Дальше уже в основном захват и все остальные моменты. Вот, ребятам из PX4 большой респект. Мы вас ценим, любим и уважаем. Два Эдема вместе с вами играли, и просто замечательные ребята. Вот, на этом у меня все. Увидимся в новых видосах. Пока-пока.